О, подожди, там сколько снизу всего, надо вернуться. Уи! Вот это было киношно. А вот это было вообще как... Как это было? Ого. Дебил. Оу, но как это получилось вообще? Ashley. What is that? Welcome. Welcome такой. В катсцене идеальный тайминг. Алимоля, спасибо за саб, Честерван. Надо было покупать гранатомет. Боже, что это? Не открывается, что же делать? Мама! Мама! Я просто на автопилоте. Твою мать, какого хера происходит? Я не был готов, я еще не вклинился в игру. А где второй? А где второй? Тихо, спокойно. А, я понял, я понял. Тихо. Что это? Это что? Адьос, мудила! Ух! Ладно. Так, хорошо. Давайте выдохнем теперь. Поощряет, короче. Come on, cover me. Это было не очень... Да хватит уже. Занимайся пока. Простите. Я знаю, что типа мои мершин, все дела, но кое-кто пришла. И пока она не получит порцию гладилок своих, она от меня не уйдет, поэтому, ну просто простите. Мак! Да. This is Piccolo. А, да. Сейчас заметь. Что у него светятся глаза? Это нормально? У тебя же раньше не светились глаза? Подожди, или у тебя... У тебя все время светились... Слушай, а кто он такой по сюжету вообще? Я вот сейчас пройду игру... А я окей? Ты... норм? Я не думал, что его можно убить. Я помню, я помню это из видеорепортажа с игроманией, с видеоманией 2007 какого-нибудь года, 2005. Там Логвинов рассказывал про эту игру. Я помню эту катсцену оттуда. Так, я так понимаю, ему в глазья нужно стрелять, да? Внимание, лифт будет заблокирован. Мама. Мама, мама. Так, можно мне мостик? Бежим! Найн! Я не хотел! Я шутил! Блин, у него там тентакли! Чат, харе глумиться надо мной. Ясно? Бежим! Бежим. Вот это был ворот. Просто... Хватит кидать меня вещи.
Где ты есть? Да? Да? Да! Таня Котлин! Артур победит! Артур победил, спасибо за 3 раза! За 3 месяца! Not quite. I still have to get you home safe. So, after you take me back to my place, how about we do some, overtime? Sorry. Somehow I knew you'd say that, but it doesn't hurt that, ведь я люблю Эйду. So, who was that woman anyway? Why do you ask? Come on, tell me. Ну вот мы с вами прошли Resident, с чем я вас и поздравляю. Это было интересное прохождение, оно было такое неторопливое. Мы за 5 стримов не торопясь прошли, по-моему. Можно было бы и за 2, если бы чисто в нее рогом упирались. Но, типа, зачем спешить, когда можно не спешить и делать все в удовольствие? Да? Вот. Топ-пистолет дали. Тебе стала доступна Матильда. Окей, круто, Альтов 4. Угу, хорошо. Вы не должны были этого сейчас видеть, поэтому не надо. Хидео Кодзима, я даже ремонт в стиле персоны сделал. Вот. Слушай, Хидео, а ты можешь его сфоткать и в группу выложить ВКонтакте? Потому что, блин, я посмотрел. Я видел ремонт у одного чувака в стиле Портал. У него дверные проемы. Слева портал от нее и справа был нарисован. И чувак такой наполовину заходит. Ну, короче, реально круто выглядело. Вот. А я сделал ремонт в стиле вообще ничего. Типа, похотел в стиле чего-то. Не знаю, короче. Покажи комнату. Да, покажи. Покажи комнату. Так, чатик. Мне нужна буквально секунда. Сейчас ты увидишь все вместе со мной. Хорошо? Вот так вот. Как оно вам, а? Кстати, такая картина, по-моему, в Леруа Мерлен продается, нет? Прикольно. Мне нравится очень. Все такое красное, а потом такое белое. Угу. Вот. Реально прикольно. Зачет.